Итак, привет, мои дорогие друзья, Дублёр снова здесь, Дублёр снова с вами сегодня. Сегодня мы сыграем призовые игры. Сегодня мы встретимся на призовых играх. Давненько не выходил, очень у нас жарко, очень жарко, много работы. Кузнечики одолели, просто выморозили меня, ребята, мой дубачишка, кто в курсе. У меня была посадочка, но этой посадочке очень много борьбы было с кузнечиками. Итак, сейчас. Ладно, это все лирика. Мы не будем углубляться в мою тему с табачком. Это вредная вещь. Я никому не рекомендую. Но. Ладно. Были очень большие. Была борьба, ребята, очень страшная. На огородишке просто. И сегодня более-менее прохладнее хоть стало. Сегодня там гром гремел, тучки. Итак, ладно, это все. Погнали. Рокки, Рокки Марсианин. Сегодня мы сразимся за Рокки Марсианина. Конечно, парнишка такой серьезный. Против Джо Джойса, вот он. Парнишка медленный, но ух ты, какая он орех. Показали орешек, притык прям во весь экран у меня. Да, я имею не его, девчонка. Итак, сейчас будем драться. Будем страшно драться. Вот он, Рокки Марсианин. Я за него не умею драться. Очень сложный парень, но очень сильный. Блокбастер, погнали. Погнали, блокбастер. Погнали. Давай, Рокки. Это, конечно же, не Рокки Бальбоа. Ух, хорош. Перкочка. На, кишечник. Угу. Хорош. Стаминчишка улетела просто-напросто. На, еще левую боковушечку. Фу, сильно хотел ему зарядить. А, два перкочка не попал. Хорош. Кишечник. Преимущественный прям гол. Кишечник справа, по-моему, справа будет преимущественный. Вот это вот. Еди там столько пота. Даже как будто жаря такая страшная у них тоже. Встанет он? Лежит он прям жестко. Лёх, парнишка. Тут он отлетел. Но марсианин просто отрубил его, конечно. Джо Джойсик. На, еще. На. Хорош. Истамин закончил. Без тамина бил, короче. Слева прям, на глушняк. На глушняк прям. Перкочек слева. И боковушечный. Вырубил, просто улетел. Неужели встанет после такой страсти? Ну, прям подниматься думал. Разве можно после такого встать? Это просто невозможно. Мою.
Да, не знаю. Крови не хватает, конечно, я понимаю, ребят. Не хватает нам кровишки. Сейчас постараемся разбить ему лицо. 12 раундов. Поголовно. Неплохо, неплохо разбивает. Ага, хорош, хорош. Но мы тоже без головы остались. Выживает парнишка, да? И чинюшечку пробили мне. Преимущественно не прошел, зато печень слева прям. Печенюху просто пробил печень и кишечник. Я думаю, он больше не станет. Не. После таких просто страшных, он печень ему просто пробил ему насквозь почти. Или он станет? Блин, на девятке стал, прикинь. Вот это, блин, ну... Я просто не представляю, как он мог после такого встать, это вообще просто страшно. Ой-ой-ой, без стамины, ты куда? А, все, сечка, сечка. Ух, ё. Ну, преимущественно. Да, сечечку. Заделали сечечку. Хорошо, апперкотчики. На, еще. Выпадаем. Пеши. Ага. Кишечник. Есть он. Хорош. Ну, у него наконец кровь, просто кишечник. Выбит просто. Есть кишечник. Ну, мы ему левую бровишку просто расшибли. Но не сильно, конечно. Ну, посмотрим. Посмотрим. Сможешь ли встать? Ну, вроде до этого он на девятке с того, я не знаю, ребят, он не может встать. Ничего себе, встает, прикинь, он встает. Парнишка четвертый раз встает. Молодец, молодец, ну ничего, скажешь. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Пробил печень, ребят, пробил. Есть печенюху.
просадил просто-напросто. Левый, правый, потом левый печенюшки. А, вот он. Слева бил преимущественно, потом справа боковушечный, слева преимущественно и потом слева печенюшечный. Йоу! Да, ну это страшно, страшно, конечно. Ну, марсианин тут просто на пятерочке встал. Да, хорош. Сейчас посмотрим кровишку у него. Бровишку. Одна, ну, сечечка, одна черточка. Да, сейчас посмотрим на его бровь. Ну, разделал, конечно, раздел. Погнали, опасно. Третий раунд его. Ему. Без стамины. Продолжаем. Он усиленно решил врезать. Ну что, давай. Колено взял, молодец. Да, Джо-Джойсик. Решил колено взять. Молодец. Он просто подумал, что ему падать больше нельзя. Все. Он сейчас восстановился, короче. Опасно парень. Угадал, куда я хотел. Ух, еще одно колено берет. Второе колено взял, молодец. Ну, Джо-Джойсик, он понимает, что он проигрывает, он понимает, он решил восстановиться. Погнали. А, он усиленный. На тебе усиленный тоже. Есть, апперкот усиленный. Повезло ему. Он просто выжил. Но мы его наказывали конкретно. Он просто брал даже колено два раза. В одном раунде. Там бровь рассечена по-страшному. Погнали. Перкот ему. Слева усилие не попал. Дешешь. Усиленный. Без стамин. Здорово. Отлично, перкочек. Есть, слева усиленный. Хорош. Готов. Преимущество усилий. Просто разбивали ему голову. Он просто безнадежно был ранен. Апперкот, потом левый боковушечный, правый преимущественный. Все, готов. Но он не станет. Это бесполезно. Слишком сильно разбитый. Конечно, что разбили у нас практически. Ну было просто мощнейший. Жестенько его просто отработали конкретно. О, Наполеон. Девчушки тут. 10 раундов.
82-84. Наполеон против Брейкус. Брейкус, Брейкус. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, на что способна наша девчонка. Девчонка давно не дрался. Тем более средний вес. Тут просто девчонки такие. Наистрашнейшие. Эбони Бриджес. О, вот это я люблю. Красивая ареночка. Карта. Вот он. Алисия. Алиска. Алисочка. 12 боев, 2 поражения, 7 нокаут. Просто сильнейшая девчонка. И вот он Бракусишка. Сесилия. 37 боев, 2 поражения, 9 нокаутов. Сильно, чем скажу. Сильная девчонка. Тут девчонок, тут слабых бойцов нет. Все практически просто бойцы страшнейшие. Погнали. Вот здесь мы погнали. Попробуем сначала. Отлично. Ага, она в этом сразу. Клинч. Хорош. Не попали. Боковушечка. Перкочек. О, кишечник. Не попадаем. Кишечник. Больно. Слишком задержал. Ага, ушла. Накидали немножечко. Ковушечек в кишечник. Это котишка. Справа в ковушечник, потом справа перкочек в кишечник. Потом слева перкочек в голову. Отлетел, девчонка. Все сильные просто. Да. Ну оно станет по-любому, что там говорит. Они сейчас стоят, все хорошо. Вот отстало. Что-то бракосишечное. Не смогла, что-то прям в первом раунде сдалась. Славенько, девчушка. Поработала. Быстренько обработал наш ее. Дантешка, один из моих любимых бойцов. 15 раундов. Офигеть. Джо Луис. Дантешка против Джо Луиса. Ну что, погнали. Дантешка, Волдыреныш, один из моих любимых бойцов, ребята, с тяжка. Мне прям нравится, он что-то прям такой вообще парнишка. Силен.
call this a controlled environment, but I don't know about that, considering who's about to fight. Ну да, вот он, Дантышка. Fighting out of Tuscaloosa, Alabama, the former Alabama. 43 боя, 2 поражения, 1 ничья, 42 нокаута. Вообще парень, парень жесткий, просто жесть. Дантышка. Джо Луис. Тоже парень сильный такой, ну, 66 у него боев, 3 поражения, 0. Через 50 манок вообще. Да. Хорош, хорош, ничего не скажу. В темноте в такой прям дерутся они вообще. Им глаз колит там. Погнали, погнали, погнали. Дантешка. Свободно стоечку. Угу. Хорош. Будем аккуратны. У нас 15. Я не думаю, что мы 15 подеремся раундов, но все равно на всякий случай. Будь аккуратнее, особо не машем. О, апперкотчика. Отлично. О, апперкотчика левая. Угу, толкушечный. Сильный хотел преимущество. Больно накидал, да? Хватает, хватает, хватает. Да, слишком. Печень, печень. Достал, достал. Толкаем. Отлично, под апперкотчик. Убийственно, убийственно. На, левый апперкот. Правый апперкотчик. Хорош. Отлетел парнишка. Кишечник. И примушечно. И рукавушечно. Просто улетел, короче. Просто улетел. Он... О, красиво лег. Он аж руку откинул. Но он сейчас встанет, это, блин, не знаю. На пятерочке встал, конечно, что это. Он не мог просто не встать. Это было бы странно. А андиспидисском уровне сложности. Хорошо закрывает корпусишка. О, перкочек. Ой-ой-ой-ой-ой. А хотел апперкотчик справа усиленный. Стаминочка закончилась. На, в кишечник. Хорош. Боковушечный. Левый перкочек в кишечник. Боковушечный преимущественный. Он как в этом. Еще прям боковушечный, потом преимущественный еще попал. Парнишка отлетел просто. Я не могу. На семерочке стало. Конечно, конечно. Второе падение. Для него это ерунда, я думаю. Думаю.
Лево перкочка. Хорош. Поиграем с ним, как кошки-мыши, Том и Джерри. Поиздеваемся над этим парнем. Под конец раундишки. Погнали. Славенький, славенький для нас. He couldn't finish him off in the last round. Let's see what this has in store for us. That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very, very surprised if he'll come out fresh as he is. That's not gonna happen. This may do it. He settled back in, but needs to play some defense. What a nightmare scenario! Легко добиваем его, просто. Краснокожий отлетел. А перекочек справа не прошел. Галушечный. Левый. Добили. Просто добили его. Просто добили этого парнишку. Я думал, все. Или он станет? Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Он уже просто все. Он никудышный. Это... Все, парнишка отлетел. Дантешка. Дрянушка просто показал красиво, что он легко с ним расправляется. Просто как нечего делать. Просто отделал его просто жестенько. Жестенько отделал, отработал. Ну и страшнейший. Ну, жарище, да, жарко. Лето пришло наконец-то. Хорошо.